Видишь его? Я же говорила. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Екатерина, возьми, пожалуйста. Порыщем у дела. Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти. А фамилия-то как? Петров. Громче говори. Чего мямлишь?
Петров. Нет такого. Ты не ошибся? Нет такого в списке. Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В. Что за бардак? Понаберут студентов. Только знает, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою. Вытри! Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю! Ну, что мне с тобой делать-то, а? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семёном. Он все равно один. Еще чего? Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать? А чё она мне сделает? Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро. Я... Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно. Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим. Чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно? Хорошо, начнем урок. Тема: традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать».
Прости, ты в порядке? Я... Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец. Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет. Толкнули? Чё, правда? Вот так, да? И чё ты сделаешь? Слушай, ты... Давай, давай, продолжай, очкарик. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно. Если ещё хоть раз меня тронешь... Натронул, и чё? Ещё хоть раз! Тронул! А вот ещё! И ещё! И ещё! И ещё! Чё ты мне сделаешь, мямля? Стопэ! Лена! Лилия Павловна! Лилия Павловна! Петров Бабурина ударил! Тебе, пиздец!
Привет! Здравствуй. Круто ты ему врезал. Это вышло случайно. Почти. Вроде Семён раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семёна даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил. Угу. А ты за рекой живешь? В том деревянном доме? Ну да. Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла. Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает? Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут. А меня Антон. Ну, это я знаю. Слушай, Антон. А что ты делаешь после школы? Ничего такого. У меня сейчас занятие, скрипка, а потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне. Thank you.
Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится. Ты не подумай, я не трусишка, просто... Просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома? Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски. Хм, глупости какие. Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, опомниться даже не дадут. Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой. Ты играешь на чем-нибудь? Увы, не играю. Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока!
Пока! Oh.